Здравствуйте! Это канал Максимадзе и как достать студента переполох в общаге у нас сегодня. Сегодня будем, я думаю, заканчивать ее проходить. И, в общем-то говоря, что у нас сегодня? Все сегодня заняты своими делами, а сосед ходит туда-сюда, изображая бурную деятельность и активную помощь. Ой, как нехорошо! Давайте посмотрим. Давно меня просили уже снять третью и последнюю, я думаю, серию по этой игре. Но есть также и некоторые моды. Есть моды на «Привет, сосед», есть моды на «Марио», есть на «Как достать соседа». Да, вон в комментах пишут, что я реально какие-то вещи забыл, что подавно прям забыл. И блин, вот я знал, что обязательно что-то забуду. Блин, это реально так сложно. Модов так много кидают, что просто запутаться можно вообще. Так, собираем, короче, вещи. Грязная посуда. Посмотрим, как сосед справится с такой горой посуды. Подушка-пердушка. Это пакость у нас сделана была уже. Так, новых комнат у нас пока что не появилось. Их нету. Жратву готовишь? Молодец, отлично. Так, что у нас в холодильничке-то? Это что такое, лук? Давайте применим его сюда. Ну, наверняка, что резать его надо, там будет все такое. Слезки потекут и так далее. Конечно, лук. Восемь пакостей у нас сейчас запланировано. Здесь нечего, по-моему, делать. А это что? А, ну да, тут больше нечего на кухне делать. Ладно, разберемся с этим потом. Сейчас посмотрим, что сначала здесь будет. А, отлично, угадал. Так, на улице, мне кажется, делать ничего не надо. И на первом этаже, это надо. Сейчас, в общем, разберемся, что надо. Но прикольчик получился. Так, что тут? О, клей сюда надо, прикольно. Хорош. А, блин, он сюда идет. А куда же я денусь-то теперь? Ладно, на улицу только. Тут обратно по лестнице не подняться, к сожалению. Так что придется подождать. Ну ладно, посмотрим, что с клеем у нас получится. Он оторвет доску, что ли? Нет, доску все-таки не оторвал. Я думал, он доску сейчас оторвет или какую-то бумагу с нее. Вот, блин, вот жестко сейчас получилось. Ладно. Ну что ж, заново придется начинать уровень. Я не знал, что он пойдет на улицу. Так, ладно, давайте еще раз. Ну кто знал, что так будет? А, вот сюда я, кстати, не заглянул. Не подумал. Ну ладно, сейчас заглянем туда.
Стол. Что он у нас на столе? Чернила. Размусоливать долго не пришлось здесь. Так, ну, подушка-пердушка, это 100% кресло надо. Сигареты. Сигареты, это петарду, наверное, сигареты. Точно, по-любому. По-любому 100%, вот прям говорю. Так, ну я уже не успею туда бежать, поэтому придется подождать, пока он туда зайдет, потом... спускаться уже отсюда. Давай, давай, давай. Смотри. Прикольно. Так, я помню, что надо здесь сделать. Надо лук опять подсунуть. Хорош, хорош. Так, давай, давай быстрее, пожалуйста. Так, с грязной посудой давайте разберемся. Так, ящик с инструментами. Я забыл взять стакан. А, или не забыл. Отвертку сюда быстрее. Так, ладно, пока он там ходит, мы по-быстренькому с этим разберемся. На улице явно делать нам нечего. Давай, давай, быстрее, пожалуйста, беги быстрее. Хорош. А клей для чего-то еще нужен, что ли? Почему он еще остался в инвентаре? Пассатижи зачем? Блин, а реально, зачем пассатижи? Ну, с грязной посудой я, конечно, опять могу что-то сделать. Так, с сигаретой ничего сделать нельзя. Куда вот он ходит? Так, он ходит сюда, но здесь уже все сделали мы. А, ну сигареты он, наверное, зайдет и она взорвется, да? Но что-то не сильно, взрыв какой-то был, если честно. Так, ну уже до ярости довели его. Может, кресло, конечно, надо подкрутить, там, я не знаю. Да давайте закончим, в общем. Отлично. Отлично, мы даже все пакости еще не доделали. Ладно, давайте следующее. Сосед решил покорить девушек, накачав мускулы. О-о-о. Пьет энергетические коктейли. Тягает штангу в тренажерный и бегает в ванную покрасоваться перед зеркалом. Раз ты теперь такой сильный, посмотрим, сможешь ли пойти на мировой рекорд. Ну, давайте посмотрим, да. Как мне нравится, когда открываются новые комнаты в этой игре. Давайте их посмотрим. Ого, вот. О, вот это мужик.
Вот это мужик. И вот это мужик. Вот это мужик. Арнольд Шварценеггер, что ли, блин. Так, раздевалка. Ну и, в общем-то, все, пока. Ну, тут еще одна комната есть. Которая будет разблокирована где-то в конце уже. Так, ну мы тут все явно посмотрели, вроде бы. Да, мы тут все уже проверили. Так, давайте наверх. Ха, прикольно взять вот это, и они... И только для чего оно? В раздевалку ему положить, что ли? Так, впервые мы видим соседа в другой одежде. Прикольно. Так, 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 так. Что у нас тут стол осмотреть? Модные журналы, маркер, ага. Здесь, так, здесь ничего. Ну, в ванной что-то по-любому нужно будет сделать. Аптечка. Крем для бритья, так. В этот, в зубную пасту, зеркало. Что можно сделать с зеркалом? О, отлично, угадал. Ха, прикольный. Прикольный. Это что, лягушка какая-то, что ли? Непонятно. Хотя нет, если это лягушка, то какие-то щеки сильно огромные. Ладно. Понятно, в общем. Давайте посмотрим, что сейчас произойдет. Не знаю, куда модный журнал надо деть. В мусорке я еще не покопался. Так, давайте в спортзал по-быстрому зайдем. И положим вот эту хрень женскую в раздевалку, в этот, в шкаф. А нет, нельзя. А открыть надо сначала. И вот теперь уже засовываем. Ой-ой, пора бежать отсюда. Я не успею сделать абсолютно все здесь. Тут еще вот здесь можно что поделать. Да, реально сосед ходит очень медленно. Прикольно, прикольно. А, то есть это сразу две, что ли? То есть что за то, что открыто, и за то, что там это женская хрень висит. Ну, я знаю, конечно, как это называется, но что-то просто не хочется произнести. Так, что еще можно сделать? На кухне что-то можно там взять, я помню, мусорки. И с этим по-любому что-то можно сделать. Может, мыло туда надо засунуть или солидол. Давайте попробуем этот сначала вариант. Нет? Мыло? Нет, ни то, ни другое не подошло. А, мусорка. Таракана туда, что ли, надо положить? Так, миксер с тараканом внутри. Значит, сделать себе коктейль с тараканом.
Так, ладно, теперь... Ну, вот это понятно, что куда-то подложить надо, где-то он подскользнется. Так, спортзал давайте. Крем после бритья. А, это он после таракана пойдет, наверное, туда. Солидол, это я не знаю, что он нам даст, конечно. Модный журнал, не знаю зачем. Сейчас зубы чистить пойдет, я так понимаю, да? Ну, конечно. Что? Пузырьки? Откуда? Ох, блин, так. Но здесь вряд ли что-то можно сделать. Ладно, в спортзале, по-моему, больше сделать ничего нельзя. А вот куда журнал девать, я что-то не в курсе, если честно. И мыло куда тоже я не в курсе. Но мыло, наверное, где-то на полу надо. Куда ж мыло-то? И куда это? Журнал. А, вот, блин, вот это я... О-хо-хо-хо, блин! Нифига себе, вот этого я не ожидал. Нифига. А смотреть гирю. Я тут ничего больше сделать нельзя, вот с этим ничего. Вот куда журнал девать, я пока реально не в курсе. Неужто на зеркало опять? Но с зеркалом-то мы уже делали дела-то. В свою комнату он не ходит. Блин, слушайте, да фиг его знает куда. Блин, я не знаю куда. Но нам еще как минимум одну пакость сделать надо. Так, надо реально понять, куда журналы этот смыло. На полу, по пикселям определяем. Непонятно ни хренаше. Ни хренашеньки. Ну давайте в ванной попробуем еще раз. Может, журнал надо на зеркало приклеить, я не знаю. Ну, что с ним надо сделать? Нет. Мыло. Неужели опять в зубную пасту? Да не, мы тут все сделали. Не, в ванной делать нечего уже, это понятно.
Надо смотреть именно в те комнаты, в которых он в которые он не ходил. В которые он, наоборот, точнее, ходил. А, вот мыло где. Все, понял. На кухне. Ну, блин, ну тут надо найти это, умудриться еще. А вот журнал куда, я уже не знаю. Какая-то странная игра, кстати, если честно, вот это. Мыло-то положил я. А вот с журналом что делать, я не знаю. Сколько уже раз я это сказал. В шкафчик, может, конечно, надо было засунуть, но... Может, и в шкаф засунуть, да, надо было. Давайте попробуем сейчас это сделать, пока он в ванну идет. После ванны-то он на кухню, там он упадет где-то на мыле. Так, открываем шкафчик и еще раз журнал положим туда. Нет, все-таки журнал не туда. Ну а куда тогда, я не знаю. Ну ладно, наверное, после 7-й пакости можно будет уровень уже закончить. Ибо куда журнал, я реально не в курсе. Напишите в комментариях, куда журнал надо. Все, заканчиваем уровень. Сосед сегодня красуется перед девчонками в спортзале. Опять? И на брусьях, и в прыжках через козла. Дамы и господа, смертельный номер сальто мортале в исполнении моего соседа. Ну, кстати, он не красовался-то в итоге перед ними на предыдущем уровне. Он в спортзале, это их, они же не присутствовали. Ладно, сейчас проверим, будет ли он красоваться сейчас. Еще одна комната от... И еще одна, и последняя уже комната открылась. Это вот этот вот уже огромный такой зал. Главный рекорд здоровья. Угу. Так, ну и как же он будет прыгать? А че он перед ними? И вновь он перед ними не красуется, ведь их же здесь нет. Так, а на брусьях он что делать будет? Опа, прикольно. Так, в грушу бить еще будет. Ну и здесь что-то. Это что такое, шарики? Только поскользнуться, видимо, что. И, ну или не знаю куда. Это Ментос, что ли? А, это пожеванная резинка. Хотя выглядит так, как будто не пожеванное. Так, здесь делать нечего. Можно отсюда сюда прям пойти. Посмотрим, что можно сделать здесь. Но по-любому пила куда-то сюда так, козел. Блин. Слушайте, я не ангел, признаю, но я уж точно не козел. Ничего нельзя из этого здесь сделать, серьезно? Что-то я удивлен. Может, здесь что-то надо? Козел на стуле не сидит. В трусы...
в штаны и футболку не одет. Подпиленный, так, турникет, да. Турник. Так, давайте попробуем что-нибудь тут сделать. Нет. Нет. Ого! Отлично. Шкафчик с сюрпризом. Посмотрим, что можно сделать с этими вещами. Может быть, клей сюда надо. Нет. Пожеванная жвачка. Нет. Шарики. Нет. Отвертка. Нет. Как же... Куда же тогда надо? И что же тогда надо туда? А где он? Я что-то его не вижу. А. Вот интересно только, он вот так пойдет или, или вверх пойдет вот так? Давайте на всякий случай отойдем. О, надо, да, лучше уйти. Вот так. Приподнятый козел, да. Ну, значит, он точно его не перепрыгнет. Посмотрим, что можно придумать здесь. Так, бабушки этой здесь нет. Опа. Кстати, вспомнил, был такой случай в школе как-то. Раз. Всего один раз. Ну что это за спортсмен, блин? С брусьями я не знаю, что делать пока. Я, у меня нет, видимо, предмета нужного. Опа. Еще рожей в эти в брусья вляпался. С доской почета делать нечего. О, пол, шарики на пол, по-любому. Ох, как хорошо, что я это заметил. Ага, автомат с газировкой. Давайте туда, отвертку. А, с этой я ничего не сделал еще. Так, ну отвертка явно не туда. Жвачка пожеванная. Ага, окей. Ага, здесь взять ничего нельзя. Брюнетки нету почему-то. Ну, спрятаться в шкафу бессмысленно. Он в свою комнату и не ходит. Куда клей, я пока не знаю. В ванной, наверное, что-то взять можно. Да, ага, можно. Можно взять мыло. Только вот с шариками-то мы уже шарики разложили. Зачем нам мыло? Серьезно, он даже ничего не сделал? Здесь брать абсолютно нечего. Мыло. Может, мыло, может, конечно, на брусья надо положить. Ну, давайте. Но я что-то сомневаюсь. Но давайте, тем не менее, попробуем. Ибо других вариантов у меня нету совершенно. Прикольно прыгнул. Ах да, я говорил, был у меня в школе случай, когда один одноклассник, ага, подходит. Не знаю, зачем он пошел такой подтягиваться на турникет у нас в школьном спортзале. И турникет этот, он висел на крючке на этих, на лестницах. Собственно говоря, скорее всего, этот тоже. Он висел довольно высоко. Когда подтягиваешься, там ноги не достают до земли. Он, короче, вместе с этим турником упал на пол спиной. Копчик, похоже, себе повредил. И, короче... А, вот брюнетка где, оказывается, сидит. Я думал, где она. Сейчас.
придумаем, что с этим можно сделать. Нет. Нет. Ага, вот, так и думал. Так и думал, что это сработает. А что с кирпичом сделать надо? По-моему, здесь больше делать нечего. А, наверное... Я, кажется, знаю, куда кирпич. В этот... в боксерскую грушу кирпич. Не риск... Не, я, наверное, не рискну пойти туда, потому что он сейчас в зал этот пойдет. Эх, в следующий раз, короче. А вот куда отвертку, я не знаю. Трамплин, блин, наверное, надо было еще подмять. Блин, трамплин-то я не подмял отверткой. Ладно, еще раз козла тогда применяем. А, да, вот не додумался я отверткой туда. Ладно, будем ждать. Еще будем ждать. Ну вот кто знал? Ну я не помню все эти пакости. Что поделать? Будет долгий выпуск, ну и пускай будет долгий. Я хочу за всю эту серию все пройти. Так, ладно, пошли подложим кирпич. И вставить его в боксерскую грушу надо. Да, 9 минут уже, черт возьми, проходим этот уровень. И предыдущие уровни, наверное, проходили столько же. Ой, господи, долгий выпуск получится, да. Так, ну и давай, мячик теперь. Приклеенный мячик. Че, он к ноге к него приклеится, что ли, или к рукам, я не знаю. Не, к рукам. К рукам, конечно. Какой ноге? Баскетбольный мяч руками бросают. Че я говорю-то такое? Я думал, она посмеется над этим. Не, не, вообще пофигу. По-моему, это самая большая комната вообще в этой игре. Раз, два, три. Чё так мало-то? Так, ну и давай. Так, ну и последнее. О, это боксерскую грушу ждем. Груша с кирпичом. Окей. Сейчас будет очень классно, наверное.
После последних шалостей соседа коменданту ничего не оставалось, как вручить ему ценный приз – швабру с ведром. Пусть отдраивает полы во всем общежитии. Да смотри, чтобы все блестело. Так, а сколько времени, кстати, прошло? Короче, ребята, не последняя эта серия у нас оказалась. Давайте я остальные, последние два уровня на четвертую серию, последнюю отложу. Не думал я, что вот эти три серии так долго времени займут. Ну что ж, на сегодня все. С вас лайк, подписывайтесь, с меня эпичные видосы. Да, я думал в три серии обойдется, нет, обойдется в четыре. Подписывайтесь на стримерский канал, субтитры в ВКонтакте. Всем пока.